23 мая в республике состоялись соревнования среди обучающихся по профессии – сварщик ручной и частично механизированной сварки на плавке. В них приняли участие 15 ребят. Это победители первого этапа в своих учреждениях. Каждому участнику предоставили рабочее место, одинаковые наборы инструментов и оборудования, а также заготовки согласно сборочному чертежу технологической карте для изготовления изделия. Наш город представлял студент второго курса Краснолужского строительного колледжа Даниил Марченко. На соревновании он выполнял задания, заключающиеся в выполнении ручной дуговой сварки изделия «Опора» по сборочному чертежу с заявленными габаритными размерами изделия из листовой углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм. И стальной бесшовной трубы. На выполнение задания было отведено 90 минут. Оценивали конкурсантов компетентное жюри из числа профессионалов в отрасли сварочного производства, высококвалифицированные сварщики, руководители подразделений отраслевых предприятий. По итогам конкурса Даниила Марченко наградили дипломом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики и памятным подарком от Стахановского колледжа технологий машиностроения.